До нас сьогодні завітали Тетяна Пустовойтенко, студентський мер міста Миколаєва, та Вікторія Романенко, регіональний координатор мультифестивалю «Студентська республіка». Вітаємо вас в нашій студії, а також вітаємо з призначенням. Новий студентський мер, хочемо вас привітати і запитати, як же все ж таки вам вдалося обійти усіх конкурентів. Спасибо за поздравление. Ну, в первую очередь мы ехали с конкретной стратегией. Мы прописали, что мы должны делать, как мы должны себя вести для того, чтобы одержать эту победу. У нас были четко распределены все функции между собой, кто чем занимается, кто за что отвечает. Мы знали, что наша программа партии, которую мы регистрировали, она сильная, она победная, она конкурентоспособная, и мы знали, что эту программу можем реализовать полностью. Поэтому мы просто приехали и реализовали все то, что мы планировали реализовать. И таким образом люди нас поддержали, поверили в нас, и поэтому сегодня вот мы у вас. Хотілося б дізнатися декілька деталей з вашої програми. Чим все ж таки зацікавили студентів, що вони вирішили віддати свій голос саме вам? Дело в том, что вообще до того, как пойти на выборы студенческого мэра, я являюсь главой Николаевского отделения Лиги студентов Ассоциации юристов Украины, и своей деятельностью мы направляем студентов на саморазвитие, на интеллектуальное развитие в первую очередь, и вот, собственно, с такой программы мы и ехали. Мы также само планируем работать в том направлении, в котором мы работали, только теперь наша целевая аудитория, понятное дело, будет разрастаться, то есть это будет не только студенты-юристы, а это будет вся молодежь города Николаева, все студенты. Поэтому также само студенческие, интеллектуальное развитие, также это и развлекательные проекты, мы хотим поднять патриотическое воспитание, социальные проекты, которыми мы занимались, мы будем продолжать ими заниматься, потому что это тоже очень-очень важно. То есть вся та работа, которая была проделана, она будет дальше также само делаться, только уже в более широких масштабах. У вас, як у регіонального координатора, хотілося б запитати, як пройшов цього року, як пройшла студентська республіка, а також, все ж таки, у чому, на вашу думку, секрет успіху нового студентського мера? Здравствуйте! Спасибо большое за приглашение. Студреспублика прошла просто замечательно. Был очень сильный организационный комитет, которому хочется сказать большое спасибо за то, что они согласились участвовать. Кандидаты были сильные оба, но Таня смогла завлечь как можно больше людей, смогла сделать так, чтобы в нее поверили не только члены ее команды, но и люди, которые просто приехали для того, чтобы отдохнуть, послушать интеллектуальную игру, чтобы посмотреть мероприятия. Танина команда сделала очень много мероприятий на самой студенческой республике. То есть они делали и флешмоб, завлекали ребят, и делали дневную тусовку. Потом вместе с другим кандидатом они сделали и ночную тусовку. Играли в волейбол, водные перестрелки. В общем, Танина команда была везде, где только могла. И, конечно же, они еще играли и в мафию. Вот, это было весело, красиво, интересно. Просто Таня смогла сделать так, что в нее поверило немного больше людей, чем в Сережу. Вот, и все. Но Сережа тоже молодец. Студреспубліка взагалі асоціюється з яскравими враженнями, з яскравими емоціями. Чим цього року дивували ваших учасників і що цікавого, чим відрізняється від минулорічних змагань і відпочинку? Я вам даже так сразу и не скажу, что меня больше всего впечатлило. Ну, наверное, меня больше всего впечатлила эта фотозона от юридической академии. Потому что на студреспублику еще ни один вуз не привозил фотозону. Вот. А щодо самих учасників, чим вони вас здивували, можливо, своєю активністю? Да. Вот, активность у них была на максимуме. Вот у нас никогда на студреспублике не было, что явка на голосование была больше, чем 90%. При этом, когда оргкомитет не пытался стянуть как можно больше людей. И когда я увидела на избирательном участке то, что у нас явка почти 100%, когда практически все люди пришли и проголосовали, и при этом я знала, что организационный комитет
не обзванивал всех участников с предупреждением о выборах, я поняла, что игра состоялась хорошо, что люди максимально погрузились. Когда делали задания, открывали свои частные предприятия на студенческой республике. Вот, кстати, у меня на руке разрисовано хно, это мне рисовала девочка с команды «Николаев чистый город», и они брали оплату игровыми деньгами, студреспубликанскими. То есть люди были максимум в игре, они жили студреспубликой, и мне кажется, они даже немножко расстроились, когда вот эти два дня прошли, и уже все, ну, выбрали, и нам надо было ехать домой. Ну, не так было бы интересно дома, как там, в Очакове. Хочется сказать большое спасибо базе пансионата Очаков, которые приняли нас, за отличное питание, за вежливый персонал, за просто отличное отношение к нам. Просто вот, большое спасибо. Это замечательная база была. На вашу думку, какую роль играет студреспублика у сучасному житті молоді? Мне кажется, большую роль, потому что студреспублика является таким толчком, как я уже говорила в предыдущей программе, толчком для развития молодых активистов. Как бы не будет студреспублики, где они найдут платформу, где стартануть настолько ярко. Ведь студенческий мэр – это человек, который объединяет всю молодежь. Это должность, которая сразу является узнаваемой, громкой, уже известной, популярной и желаемой для многих активистов. Вот, как бы, мне кажется, она очень важна. Помимо этого, студреспублика, помимо выборов, студреспублика играет в интеллектуальную игру, наработки которой можно использовать и в реальной жизни. То есть ребята что-то выдумали, потом пошли, что-то воплотили. И что-то красивое, хорошее, качественное для молодежи получилось. Хочется сказать большое спасибо всем, кто поддерживал студенческую республику. Это и Михаилу Соколову, и Тимуру Михайловскому, и Андрею Остреву, и Станиславу Подячеву, городскому совету национальных обществ, и Виктории Викторовне Москаленко, которая нам помогла, Никотере, за то, что поддерживают нас, за то, что помогают нам, и за то, что верят в нас. Тетяна, а наскільки бажана для вас була участь у студреспубліці і боротьба за титул студентського мера? Тут своя отдельна історія. Ну, взагалі, мы не очень были в теме студреспублики, вот я вам честно скажу, мы занимались своей деятельностью, мы работали со студентами, мы продолжали просто развивать свою организацию, дальше работать в этом направлении. Но когда организаторы, вот Виктория, предложила подать все-таки свою кандидатуру, попробовать собрать людей, команду, поучаствовать, то, знаете, такой огонек, азарт какой-то загорелся, я поняла, что, наверное, уже нужно выходить на более новый уровень, и то, что мы делаем, мы можем сделать это более масштабно, более круто і розпроснити це на більш огромне кількість людей. А ось які у вас плани на найближче майбутнє? З чого будете розпочинати? І взагалі, що плануєте на термін того, що ви будете студентським мером, створити для молоді? Перше, що ми хочемо зробити, літом, я немножечко на правах реклами, мабуть, скажу, буде проходити проєкт для пенсіонерів від общественної організації «Ти ж юрист». У нас нова зарегіструвалася організація, це бывшие члены Лиги студентов, которые уже стали взрослыми и в силах зарегистрировать свою организацию. Они будут проводить мероприятия для где-то в рамках 3 дней для пенсионеров города Николаева, а именно встречи с ними, разговаривать о их правах, о том, как мы можем им помочь, разъяснить, ответить на вопросы. Мы хотим тоже помочь ребятам, поучаствовать. И, конечно же, будем приглашать не только пенсионеров, а еще неравнодушных людей, которым будет интересно пообщаться с юристами абсолютно бесплатно и получить консультации по тем вопросам, которых их интересуют. Следующее, что мы будем делать осенью, мы будем делать интересное мероприятие, очень много мы хотим работать в международном направлении, направлении социального развития, направлении политического образования, будем делать очень большую всеукраинскую школу, будем приглашать ребят из других городов, потому что эта школа имеет право, чтобы на нее обратили внимание. Также будем проводить фестиваль,
в партнерстве с нашей юридической академией обязательно будем пытаться делать стажировки для студентов, чтобы у них была мотивация, чтобы они знали, что они не просто учатся, а что у них есть возможность получить реальную работу. Вот в этом направлении, конечно, мы будем работать и продолжать мотивировать студентов делать изменения, потому что когда у них будет мотивация, тогда будет реальный инструмент действия. Бажаємо вам дійсно успіху, наснаги, сподіваємося, що усі ваші плани здійсняться, і через декілька вже місяців ми можемо сказати, що наш студентський мер дійсно успішна дівчина, яка може здійснити усе, що вона пообіцяла своїм виборцям. Спасибо. Нагадую вам, дорогі телеглядачі, що сьогодні до нас завітала студентський мер міста Миколаєва Тетяна Пустовойтенко та регіональний координатор мультифестивалю «Студентська республіка» Вікторія Романенко.